Уходящая неделя в Гомельской области проходила под знаком благотворительной акции «Соберем портфель первокласснику». Так, с приятными и полезными подарками многодетную семью Мушковец посетил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. У Татьяны Мушковец четверо детей. Двойняшки Женя и Егор в этом году станут первоклассниками. Сын Рома пойдет в третий, а дочь Диана в пятый класс. Каждому от губернатора портфель со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Комплекты к новому учебному году вручили и приемной семье Барсуковых из агрогородка Золотой Рог Ветковского района. С подарками к ним пришли помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и заместитель председателя облсполкома Владимир Привалов. Родные братья Артем и Рома на воспитании семьи Барсуковых уже 4 года. В этом году Артем станет первоклассником, а вот Рома свой первый школьный звонок услышит только через год. Но так случилось, что визит представителей власти совпал с его 6-м днем рождения. И поэтому подарки достались обоим братьям. В рамках областной благотворительной акции школьные портфели со всеми принадлежностями получали дети из многодетных, приемных, а также неполных и малоимущих семей региона. Современный ясли-сад более чем на 80 мест открыли в Гомеле накануне Дня знаний. Для детей закупили новую мебель и игровое оборудование, современную аппаратуру для занятий музыкой. На территории оборудовали специальную зону для обучения детей правилам дорожного движения. Следить за безопасностью поможет система видеонаблюдения. Руководство города также передало учреждению денежный сертификат на закупку спортивного инвентаря. К слову, с открытием яслей-сада в городе появилось 30 новых рабочих мест. Всего в Гомеле работают 129 дошкольных учреждений. В новом учебном году их воспитанниками станут более 24 тысяч детей. Подарок предстоящему дню сотрудника органов предварительного следствия. В Мозыре открыли отремонтированное здание районного отдела Следственного комитета. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета Беларуси Иван Наскевич, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей, представители регионального ведомства и местной власти. С открытием нового здания сотрудники Мозырского районного отдела получили и новые возможности для своей деятельности. На проведение реконструкции потратили около 2 миллионов рублей. За эти деньги смогли оборудовать в том числе помещения для проведения дознания. Сейчас в Гомельской области остались всего 4 отдела, которые не имеют собственных отдельных помещений. Это Жлобинский, Речицкий, Лельчицкий и Брагинский. По словам председателя Следственного комитета Ивана Наскевича, в ближайшее время эта проблема будет решена. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков. Он включает в себя установку гидрокрекинга, производство водорода и серы. Всего 21 объект на территории завода. Сейчас идут пусконаладочные работы. Весь комплекс позволит значительно увеличить выход светлых нефтепродуктов, например, бензина и дизельного топлива. Работа уже выполнена на 97%. Параллельно идет обучение специалистов для обслуживания нового комплекса.